Всем привет, ребят! Вы на канале Заблудшие Души, и у нас сегодня проверка голосовых команд на DJI Neo. Погнали! Hey, fly! Waiting for your command. Follow. Follow. То есть follow работает, все слышно, все хорошо. Дальше. Hey, fly. Got it. Circle. 2 meters. Ты пошел в бок в штаб. Нет, все хорошо. Landing. Все, циркуль сработал. Hey, fly. Got it. Spotlight. Spotlight. 3, 2, 1. Landing. Тоже все прекрасно работает. Гоним дальше. А, что там у нас дальше идет? Hey, fly. Go ahead. Drone. Drone. 3, 2, 1. Unable to take off. Сейчас, вот тут там больше места. Hey, а сейчас он уважай. Hey, fly. Got it. Drone. 2 meters. Drone. 3, 2, 1. То есть он меня услышал, что я сказал, 2 метра, и пошел отлет, но только вверх. А нам нужно плоскости. Можно плоскости настроить, можно, чтобы он вверх летел. То есть мы говорим 4, 2 и так далее, сколько, 10 meters. И вот, и он все отправляет. Просто некоторые говорили, что некоторые команды, ну, видимо, человек, ну, люди неправильно говорят слова по-английски. Так, дальше, давайте еще раз проверка настроек, что у нас там осталось. Так, racket. Кстати, можно еще регулировать словами close, follow, то есть низко, дальше, ну, чтобы летел, короче, дрон. Также по-английски мы говорим, то есть lower, higher, close и farther, или как он, farther. Нет, сейчас land, break и stop. Ну, это понятно. Так, ну что у нас осталось? Так, спортлайт сделали. Rocket осталось проверить. Также нажимаем. Hey, fly. Waiting for your command. Rocket. Rocket. 3, 2, 1. Я нажал стоп. Потому что ему вверх лететь здесь некуда. То есть, ну, то есть все, он услышал, все хорошо. 3 метра. А? 3 метра, смотри. Ну, у него там минимум 4. Так, или 6. Так, ну, в общем, Circle, Follow, Direction Track мы еще забыли попробовать. Сейчас попробуем. Rocket, Drone и Spotlight основное мы сделали. Даже я сказал, также 2 meters Drone и также можно 2 meters Circle и так далее. Короче, вы регулируете высоту, также можно регулировать и высоту, и расстояние между вами. И также расстояние от лета и вокруг, когда он кружится. Так, ну давайте, погнали. Hey, fly. Waiting for your command. Direction track. Direction track. Вот. I didn't hear you clearly. Вот. Please он... repeat your command. Вот он меня уже не понимает. Hey, fly. Go ahead. Direction track. Follow. Нет. Короче, он включил сопровождение. Давайте еще раз бахнем. Hey, fly, direction track. Hey, fly. Here. Direction track. Нет, попробуйте сказать follow, пишет. Давайте вот так. Hey, fly.
I didn't hear you clearly. Please repeat your command. Бумеранг. Waiting for your command. Не, короче, вот эти вот у меня то, что Direction Track здесь и пользовательские настройки, он уже, короче, не различает. Но основные работают. Все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и на телеграм-канал Заблудшие Души. Всем пока.